Привет, друзья! Сейчас я покажу вам подготовительные упражнения для занятия на пилоне. Боком становимся и поднимаем ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Становимся с другой стороны. Раз, два, три, вот. Укрепляется пресс, подготавливается для того, чтобы могли залазить на пилон. Следующее упражнение. Ставим голень вот так вот, как будто бы мы залазим, правильный залаз. Мы должны прислонить голень к пилону. Подтягиваемся к пилону. 10 раз на каждую ногу. Вторая нога. Так, сделали. Так, ставим немножко вот так. Начинаем сокращать мышцы бокового пресса. Раз. Ой, хорошее упражнение. Подтягиваем боковые мышцы пресса. Теперь мы ложимся на пол и будем делать вот это вот наше упражнение. Раз. Забрасываем ножки за голову, как в рогатке. Хороших вам тренировок. Пока.